На конкурс «Дети читают стихи» творческий коллектив детского сада номер 85 города Санкт-Петербург, группа номер 9, 6-7 лет. Александр Твардовский, рассказ танкиста. Был трудный бой, все нынче как способен. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал я мальчонку, как зовут. Забыл его спросить. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, он платит, не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился, сколько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где пушка, я разведал. Я поползу, а не вот там, в саду. Да где же, где? А дайте я поеду на танке с вами, прямо приведу. Что ж, Боря ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы к этому месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут. И только рубашонка ползет. Подъехали вот здесь, и с разворота заходим в тыл. И полный газ дает. И эту пушку заодно с расчетом вывели в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, душил гар и копоть. А дома к дому ушел большой панам. И помню, сказал, спасибо, хлопец. И руку, как товарищ, пожал. Был трудный бой, все нынче как способен. И только не могу себе простить с тысяч лиц. Знал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить. Детям пережив